адресу: улица Академическая, дом 16 в городе Екатеринбурге. Была построена примерно в 60-м году, в этом году ей исполняется 55 лет, как школа-интернат номер 8. Со временем она стала гимназией номер 108 и сейчас носит имя Василия Никитича Татищева. Именно здесь, в 2002 году, начала свою историю никем не примеченная пока что банда психов, а именно в первый класс поступили большая часть ее нынешних членов. И именно в этой гимназии были придуманы и реализованы множество различных идей, приколов и каких-либо перформансов. Да, прямо в стенах школы все и творилось, все были поруганы своими учителями, но стали, скажем так, непризнанными гениями, деятелями неформального искусства, о которых и пойдет дальнейшая речь. Банда психов, она появилась, по сути, случайным образом. После того, как классы у нас перемешались с 10 класса, именно часть людей ушло, часть людей пришло в другие классы. Осталось всего, по сути, 3 класса, было раньше 5. Большинство свалило в колледж, не в ПТУ, а в колледж, между прочим. Ну и, соответственно, появлялись новые компании. Одной из такой компании стала банда психов, что люди, до этого никак не общавшись практически, либо вообще не общавшись, либо какое-то время там совсем рядышком с ним общались, либо вовсе не знакомые друг другу, они образовались в одну компанию с общим интересом. Поначалу эта компания не имела названия «Банда психов», оно пришло со временем. И пришло оно забавным образом. Его придумали даже вовсе не мы. Образовалось это название, по сути, от завуча школы. Однажды она просто увидела, как мы делаем, не то чтобы прямо гадкую вещь, но она скорее была просто необычной. И просто так, в сердцах сказала: ну вы банда психов. И, соответственно, мы понравилось нам это название, и мы его взяли себе. Ну, банда психов для меня появилась с 10 класса, когда нас всех сгруппировали в 3 класса вместо 5. И, собственно, образовалась наша компания, которая начала делать какие-то веселые вещи для того, чтобы было смешно. Был такой случай, когда я нес по школе тарелку из столовой с блюдом, и меня спросили: зачем ты это сделал? Я говорю: это же смешно. Меня, конечно, отвели к директору, но и при одном из подобных тоже актов учительница физкультуры нам сказала, типа: успокой себя и успокой свою банду психов. Вот так, как бы, я вижу оригин банды психов. Ну, банда психов началась для меня в конце 9-10 класса, как раз, когда меня пытались выгнать из школы. Это были просто все мои друзья, ребята, одноклассники или парни, которых я раньше не знал. Мы просто все хотели делать веселье и никогда не пытались сделать кому-то плохо или что-то. Все делали для юмора. Изначально банда психов для меня началась переходом в новую школу. До этого я учился в дничной школе, в которой были одни гопники, и половина моих одноклассников оказалась в тюрьме на данный момент. И вот, в 7 классе я перешел в 108-ю, познакомился с такими людьми, как Салтыков Иван, Степан Иванов, Станислав Волков. Вот, вот так и образовалась банда психов, ну, по-моему. Я не знаю точных деталей, так как я перешел в другое учебное заведение к 9 классу, когда банда психов окончательно сформировалась. Я давно мусорки не касался, никогда. Как отсюда вставать? В первую очередь банда психов повлияла на саму себя. Каждый человек внес свой вклад в банду психов. Образовалась определенная, можно сказать, секта такая вот образовалась. Будь это и дурацкое название, образовалась секта, где каждый человек был важным членом общества, можно сказать, таким механизмом. И если его убрать, то сама концепция будет уже нарушаться. Потому что каждый человек имел свои идеи, свои мысли, свой характер, свой нрав, которые, если их всех сплюсовать, и получалась банда психов. А из сторонних каких-то вещей в банду психов разные вещи повлияли. Определенные люди, которые
можно сказать, в банде психов, возможно, состояли недолгое время потом, так, мельком, они тоже могли принести свой вклад, какие-то вещи. Пост-хардкор, например, тоже внес свой вклад в банду психов. Безусловно, алкоголь тоже внес свой, потому что с алкоголем все всегда веселее. Общие идеи, которые никто из сторонних людей, из обычных людей, ну, они большинство. У нас есть такие идеи, которые только в узком кругу общества можно предъявить и восполнить. Поэтому вот так. Банда психов тоже должна брать с чего-то пример, и, как любое, скажем так, любые деятели искусства. Вот недавно мы, например, занимались деятельностью с наклеиванием лиц с плакатов на различные места, где-то может выглядеть смешно. Вспоминая, естественно, я вдохновился этими идеями, вспоминая различных, может быть, местных деятелей искусства, такие как Александр Шабуров или старик Букашкин, которые занимались таким неформальным искусством в пространстве города. Ну и мы, собственно, делаем что-то, стараемся делать что-то подобное. Ну и, конечно же, Райан Гослинг. Вдохновляет. Я вдохновляюсь в первую очередь собой. Ну, есть такие люди, которые мне всегда нравились, такие как Рональд Рейган, Винс Нил или Жан-Клод Ван Дам. Ну, а это лично мои кумиры. Кумиры? Моими кумирами были кинозвезды 80-х, 90-х, музыканты из скандальных групп. По роду музыки и фильмам сложилось мое впечатление о том, как должна была выглядеть банда психов. Это такая классическая безумная компания, которая творит разные непристойности. Железнодорожная станция, то есть остановочный пункт Первомайская, располагается на мосту на пересечении проспекта Ленина и улицы Восточной города Екатеринбурга на Транссибирской магистрали. 1817 километров от Москвы. Станция была открыта в 1969 году, в том же году, когда выпустили легендарные Bureau of the Beatles, а Jay-Z и Ice Cube только родились. Но более знаменательная дата для этой станции произошла 30 марта 2013 года, когда, совершая одну из своих ночных прогулок, трое тогда еще учащихся гимназии номер 108 поднялись по ее ступенькам и обнаружили то, что тут находится. С тех пор банда психов как раз формировалась в то время, то есть февраль-март 2013-го, и с тех пор станция оказала большое влияние в формировании, в развитии этой банды, этой компании именно. Именно здесь назначались и до сих пор назначаются встречи для того, чтобы совершить прогулку, либо поход, либо придумать или реализовать очередную из идей. А также, если мы посмотрим влево, то нам открывается вид на проспект Ленина и центр города. С другой стороны мы видим корпус Уральского федерального университета. А также здесь можно ждать поезд. И все это станция Первомайская. Нам кажется смешным, ну, брать какие-нибудь вещи там, создавать какие-то арт-объекты, вырезать там лица, брать старые детские игрушки, фотографироваться вместе с ними. Это все весело, и от этого никому нет проблем. Лично мое мнение, надо больше переходить к кинематографичной части. Больше записывать музыки, больше снимать видео, а не просто творить веселье и напиваться. Ну, это, конечно, тоже, это неотъемлемая часть, такая, так сказать, подогрев для наших действий, но и к серьезному тоже надо подходить.
Банда психов? Ну, лично я считаю, что это непризнанные гении. Они не следуют моде, они создают ее. Я лично знаком с бандой психов и крайне плотно знаю их творчество. Их видео, музыку и проект, где было вырезано 56 лиц, которые прокачены в работе. Оно крайне нестандартное, но при всем при этом оно выделяется. А раньше такого не слышал, и было необычно такое впервые услышать. И крайне приятно, потому что это классно и необычно взять голоса с диктофонов и засунуть их на музыку. Есть две мечты, даже три. Фит с бандой психов, с великомучеником, и чтобы это было все вместе. Все отличные ребята, все позитивные, веселые, творят трэш в хорошем смысле. Музыка — это прогрессивное направление, новая волна, которая, ну вот именно там электронная музыка, насколько я знаю, в основном котируется, то есть это отлично. Я одобряю всячески вообще любое направление креативной музыки, которое ищется, и банда психов. Отличный представитель него его. Мне очень понравилась песня «Быдлота Бистро» и целый альбом даже. Мне даже несколько альбомов все понравились. «Сбербанк Сатанизм» очень порадовали. Отлично. Ну, мое участие, не сказать, что очень большое там в этом во всем. Я, может быть, что-то подсказывал, бывало, может, какие-то ситуации просто вместе. Про трек «Жирный». Ну, это было стихийно, мы собрались просто все вместе и решили, ну как, вспомнили там фразу такую, на ней вся, в общем-то, всю песню построили. Я считаю, что вообще творчество банды психов направлено на определенных людей, то есть поэтому, ну, тут не будет однозначной реакции. Это феномен, это не было до этого, я ничего подобного не встречал, поэтому тут, скорее всего, будет абсолютно разная реакция на творчество. Банды психов я вижу в том, что оно приобретет хоть какую-то массовость. Например, если у нас появятся люди, которым понравится наша идея, наш образ жизни, и они к нам примкнут, станут частью нашей компании, принесут свои идеи, принесут реализацию этих идей. Чтобы на идеальном уровне было бы, конечно, хорошо, чтобы банда психов стала вообще массовым явлением. Вот это было бы реально очень весело. Хотя в этом есть и свой минус. Если оно станет массовой, то оно, как говорится, скатится в говно рано или поздно. Так что, как мне кажется, все-таки идеальным вариантом будет золотая середина. То есть у нас появится какое-то такое довольно-таки большое количество, не то чтобы, может быть, наших фанатов, ну, например, лучше бы это были наши последователи. С оглядкой на прошлое, ну, я считаю, что определенных людей стоило оставить в нашей банде психов, чтобы они остались и по-прежнему тут находились. Считаю, что каких-то людей не стоило, наоборот, держать так долго. Но они ушли, что самое хорошее. Они ушли и хотя бы до сих пор здесь не остаются. Поэтому в целом все не так плохо. Я считаю, что в прошлом не было больших ошибок. Ну, как я вижу банду психов в будущем, я вижу, хотелось бы видеть то, что это более как-то развилось, появилось больше последователей или хотя бы фанатов, которые будут не просто там увидели и написали гадости в комментариях под нашими роликами или фоточками с нашей деятельностью, а чтобы они ставили лайки и репостили, грубо говоря, чтобы это замечалось, чтобы люди знали, что именно происходит, и что именно это делает банда психов. А чтобы изменить в прошлом, да в общем-то ничего, все шло своим чередом, да, конечно, было что-то, о чем не хочется вспоминать, и, пожалуй, я не буду этого делать.
Может, были какие-то гадости, много руганий и прочего. Но, в общем-то, все шло своим чередом, и вот докатились до того, кто мы есть. Все-таки вся жизнь — это, наверное, искусство. Искусство требует фолловеров и лайков, и репостов. Я бы хотел, чтобы «Банда психов» узнала как можно больше народу, потому что это очень интересная затея. Всем людям она нравится, но просто люди о ней мало знают. Хочется, чтобы ее поддерживали, не ограничивали нашу деятельность. А в прошлом, ну, были, конечно, ошибки, но что о них судить? Это все утекло. Несомненно, ошибки прошлого есть у всех. Все ошибаются, но мне не хочется к ним возвращаться, вспоминать о них. Да и изменить ничего, я ничего изменить не хочу, так как то, что уже сделано, сделано, и это только дало нам опыта. А в будущем, конечно, я хочу, чтобы «Банда психов» развивалась в более масштабных направлениях. Те же арт-объекты, тусовки, посещение более богемных заведений, знакомство с людьми, творчество и так далее. Находимся в саду Вайнера. Как именно парк, он был открыт в 20-е годы, а в 60-е и 50-е годы прошлого столетия благодаря установленной эстраде здесь проводились концерты и различные советские дискотеки. Но со временем все угасло, и сейчас парк скатился в разряд какого-то уютного запустения. То есть это вроде бы все еще зеленый островок в центре города, а дорожка побитая, несколько скамеечек здесь темно, деревья неухоженные. И уж сколько лет обещают заняться преображением этого парка, но ни у кого не доходят руки. А у нас, то есть у «Банды психов», если что, есть всегда пара идей по тому, как можно приукрасить свой любимый город. И чтобы мы хотим, чтобы все люди смотрели на свой город, как мы, как на холст, на котором каждый может творить то, что ему нравится. Ну и в заключение хочу сказать, что мы занимались этим фильмом практически все лето. Выбирали место, время, когда будет удобно, где будет лучше. Подбирали архивы со своими видеороликами, со своими композициями. И я считаю, что подобно известному поэту мы воздвигли себе нерукотворный памятник, которому пока еще точно не зарастет народная тропа.